праздничные дни с целью обеспечения общественной безопасности славянские полицейские переходят на усиленный вариант несения службы. 8 марта на дежурство вышли и женщины, но, несмотря на жесткий график работы, представительницы прекрасной половины славянского отдела МВД не остались без поздравлений. В преддверии Международного женского дня сотрудниц правоохранительных органов чествовали в городском доме культуры. Коллег с праздником поздравил руководитель славянского отдела МВД Юрий Скорняков. Дорогие милые женщины, сердечно поздравляем вас с самым красивым и светлым весенним праздником, днем 8 марта. Природа наделила женщин нравственной красотой и неиссякаемой энергией, душевной нежностью, беззаветной преданностью, жизненной мудростью и удивительным терпением. В этот весенний день желаю вам улыбок, замечательного праздничного настроения, семейного счастья, благополучия, здоровья вам и вашим близким. Будьте всегда обаятельны, женственны и любимы. Для вас! За профессионализм и отличную службу женщинам вручили благодарственные письма и награды. Еще одним подарком к празднику стал концерт, подготовленный артистами городского дома культуры. Мы слова найдем.